Сделана в России, надпись видна издалека. Яхта океанского класса уже доказала и свой уровень, и надежность. В 2013 году мы вышли из Кронштадта в Балтику, вернулись в Россию в прошлом году из Стамбула. Во всех режимах попробовали, я в нее влюблен. Катер в итальянском стиле по соседству бороздить океаны не будет, но его происхождение и облик заставляет обратить на судно особое внимание. Это точная реплика катера 63-го года, потому что когда мы его нашли и попытались реставрировать, то выяснилось, что практически полностью был сгнил тот старый конструктив, и пришлось сделать его заново. Около 30 катеров и яхт прибыло в Сочи на выставку. Что касается количества посетителей, то, по словам организаторов шоу, счет идет на тысячи. Мы считаем, что этот регион будет очень активно развиваться в ближайшее время с точки зрения яхтинга. Ну, во-первых, все мы знаем, что в этом году ряд зарубежных направлений для яхтсменов стали недоступны, поэтому надеемся, что они будут здесь, будут хранить свои яхты здесь, будут заниматься парусным спортом здесь, будут проводить регаты здесь. Тысячи фото и видеокадров с этой выставки уже разлетелись по всему свету, но она будет запечатлена и на холсте благодаря художнику Игорю Венскому. Он считает это место особенным. Оно энергетически очень сильное. Я получил вчера огромное удовольствие, такой драйв. То есть взял специально большой холст, чтобы так прочувствовать. Картина, написанная на шоу, станет частью большого проекта художника «Портрет Сочи». Цикл работ поможет увидеть общий облик курорта, в который уже вписана и выставка яхт. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.